Россия – это мы. Под таким девизом в округе отметили День России. Прямо во дворах люберчан артисты представили концертные программы. И действительно, зажили по-новому. Теперь приходится отмечать важные события иначе. Праздники переехали во дворы люберчан, но оттого не стали хуже. Артисты спели патриотические песни прямо под окнами люберчан. И никакая непогода не остановила жителей двора на Октябрьском проспекте. Праздновать они выходили целыми семьями. Концерт для многих стал глотком свежего воздуха после затяжного режима ограничений. Надеюсь, все это закончится у нас, что было. Все будет хорошо, мира всем, здоровья, главное самое здоровье. Россия – это моя родина. Я здесь родился, я здесь живу. Поэтому все самое лучшее с праздником, Россия! Малаховка, Октябрьский, Красково, Люберцы. В День России специальная патриотическая программа прошла во всех уголках округа. Вместе с артистами жители исполнили и гимн нашей страны. Троян, Валерий Абсолямов, телеканал ЛРТ.